Ух ты, а вот и босс. Угу, гонец ада, тебя название. На, мимо. Ладно, давай сейчас подлетишь, я тебя сейчас щелкну, подожди. Давай, лети. На, получай, гонец ада. Так, еще. Да, Дуда, плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру про танки. Давайте поедем на нашей баллисте. Поедем в песках. Угу. Не знаю, как у нас получится в песках, потому что пески, ребята, здесь есть один большой минус. А, здесь есть вертолеты. Да. Если любые другие танки справляются, а вот с вертолетом... А, нет, смотри, щелкнул я вертолетик. Неплохо. Ждем туда еще один вертолет. Если он будет. Опа, промахнулся. Да, видишь, тяжело очень. На-на-на-на-на, есть, попал, но только ранил. Только ранил, ребята. А нет, отлетел, смотри. Уничтожили мы, нифига себе. Ребятушки, мы уничтожили вертолетик. Ладно, едем дальше. Сейчас опять будет вертолет. А, нет, эти крылатчики. А, дурачки вот эти вот. Едут. Прям смотри, давай, мы вас сейчас. У меня тоже есть такая штука, как вот у вас. Получили? Так, а ну-ка, типа. Давай. Иди ко мне. Сейчас я вас пощелкаю. Так, едут. Уничтожили. Готов танк. О-о-о! Давайте побольше. Ух ты, а вот и босс. Угу, гонец ада, тебя название. На, мимо. Ладно, давай сейчас подлетишь, я тебя сейчас щелкну, подожди. Давай, лети. На, получай, гонец ада. Так, еще ждем. На. Получил? Ой, как хорошо. Все, уничтожили, нифига себе. Даже я даже не думал. Так, лечение, давайте подлечимся сразу. Хорошо. О, дружба, на, подарок. Еще. Это прикольно, что мы уничтожили. На тебе. Есть. Готов. 300 монет у нас практически. Практически 300 монет есть. Так, посмотрим. О, танк стоял, смотри, как дело. Хорошенечко щелкнул. Еще один, на, получай. Вертолетчики, на, получайте. Два вертолета. Ой-ой-ой. На, подбил? Нет, не успел. Сейчас еще будут лететь, смотри, вертолетчики. На, получай. О, еще. Так, давай этот, я запущу. Ракеты. Вот, отлично. Так, держите ракеты. Подарки. Ну, я, в принципе, через пол перекину. Ух ты! На! Все, сейчас я накидаю подарочку. Все. Так, вертолетчики сейчас будут, наверное. Во, точно. Ух ты, ё-моё, подожди. Вертолетчик, на тебе. Живой остался, да? Ух ты, уничтожили. Уничтожили, прикинь. Так, а с этим как быть? Ну, сейчас я ему подарков накидаю. Все. Готов. О, еще один дурачок приехал. На. На тебе подходишь подарки. Так, я где-то видел... А, монетки. А что тут монеток нету, алло? Обычно всегда есть монетки. Так, это летчик, гад. Ну сейчас я тебе подожди. Ага. На! Еще сейчас, подожди, еще одна сейчас закину тебе. Тихо, вот, на, получай. Есть, готов, вертолетчик. Так, танкисты едут. Ну, одного мы щелкнули. А, нет, обоих мы пощелкали. Хорошо. Так, с этим давайте я накидаю подарка. Фига себе. Вот, едет, смотри.
Он не знает, что у меня тут куча подарков для него припасено. Есть. Так, сейчас этом тоже дам. На, получай. Так, двое. Двое еду дурачков. Есть, перевернулся. Сейчас я еще дам. Так, один там или два взорвался, что-то не слышал. Да, вот я второй взорвался, услышал, услышал, спасибо. Даже третий, нифига, сколько у вас там. А, там еще, смотри, куча. Да. Нифига себе. Ну сейчас. А, во, вертолет, нифига, как я в него так попал. Давай, подъедь сюда. Блин, быстрее уже. Давай, давай, еще раз. Так, на, тебе, чувак. И сейчас. Этот, вертолетчик, давай, 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 есть. Вот, все. Уничтожили его. Теперь с танком надо разобраться. Есть, готов один танк. Следующий. Есть, хорошо. Так, скоро босс будет уже. Второй босс. Второй босс вроде бы будет танк. Но это не точно. Может быть, он будет опять вертолетчик. Так, что-то я... Ага, вот, вижу. Вижу, вижу, вижу. На, получай. Да, босс второй будет танк, я сказал, вот Легион едет. Угу. Так, давай этот повыше мы сделаем. О, получил. О, давай, давай, давай. Сейчас, 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 сейчас я тебя накидаю, подожди. Да ё-моё, он уже начинает стрелять. Гад, а? На, получи, еще, еще. Есть, готов, готов, ребят. Второй босс, офигеть. Я думала, я здесь не справлюсь. В песках на баллисте. А нет, получается все даже хорошо. Все получается даже лучше, чем я мог ожидать. Так, давайте проверим. Не, никого нету. А, вертолетчик, гад, на, получай. Еще второй, смотри, два вертолетчика, так. Атака, атака, атака. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, давайте отъедем. Нет, 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 нет. Вас слишком много. Да хватит уже настреливать, обстреливать меня. На, получи. Есть. А, я вертолетчика уничтожил, нифига себе. Так, чувак, держи бомбочку. Все хорошо. Все складывается очень хорошо, ребят. Мне все нравится. Вот, чувак едет, смотри. На, получил. Отдыхаешь? На, еще. Есть. Давай еще так стрелим. Вдруг вертолетчик будет. Нет, нет вертолетчика. Едем дальше. О-о-о. На, держи, держи, держи побольше подарка. Подбил все-таки, да? Но у меня там жизни было мало. Так, рекорды мы подтягиваемся. Нет, еще не подтягиваемся. Ну, куча монет зато. 144 монеты я заработал за серию. Нифига себе. Давайте сыграем классически, наверное, да? Атака в пустыне. И давайте возьмем Феникс. Мы его сейчас улучшим. Наконец-то у него деньги есть. И еще улучшим. Ой, как хорошо. Броня, пушка, двигатель вообще на максимум практически. Двигатель практически на максимуме. Он очень быстрый, ребята. Ну, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, у него такое оружие, как бы, знаешь, специфическое. О, нифига, как он далеко жарит. Это я прокачал Феникса. Вот это Феникс, молодец. Смотри. О, да он и жарит стал лучше. Намного лучше жарит стал. Так, а ну-ка. Ждем. Так, ну кто-то будет подъезжать-то или нет сюда? Алло. О, готов. Так, что у нас там со вторым танком? А, ну вот будет стрелять, да? Давайте мы его поджарим. Ого. Неплохо, Феникс-то ты. А у Феникса, ребятушки-то есть порох. Пороховница. Так, вот немножечко мы его не можем... Давай поближе, подъезжай уже, алло. Во. Поджарили. Да, вот это Феникс. От Феникса я не ожидал такого, по правде. Во, смотри, как жарит. Офигеть. Круто. Крутой танк, а? Феникс, оказывается. Очень, ребята, даже крутой танк. Так, давайте, сейчас они подлетят, я их зажарю нафиг.
зажарю вас, ребятушки. Вообще неплохо. Вот это мы его прокачали, слушай. Надо будет завтра еще поиграть побольше. Открыть эти самые какие-то. Побольше пооткрывать сундуков. Там можно куча улучшений найти. Да всяких вещей. Так, ждем вертолетчика. Поджарили. Ой, нормально. Так, босс. А, босс на танке будет? Да, ё-моё. Я думал, ты будешь вертолетом. Ну, давайте поедем. Сейчас как раз он будет туда подниматься, а мы его будем жарить. Только, пожалуйста, не стреляй. Ай-яй-яй-яй-яй. Стреляет, а? Ладно, на. Пожалуйста, огня тебе не надо. Есть. Хорошо, мы его зажарили. Вот это феникс. Вот это молодец. Вот это молодец какой, а? Так, ребята, нате вам огня. Все, сгорели, следующие, пошли. О, это эти, эти вертолеты нафигачь, всех. Да ё-моё, не на ту кнопку нажимал, прикинь. Давай, 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 всех сейчас зажарим, всех, 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 всех. И вот этого еще. Давай, давай, давай. Хорошо, хорошо. Вообще, нифига себе, я проехал сколько много. Я, во-первых, быстро еду, а во-вторых, очень эффективно жарю. Есть, готов. А, давай, давай, давай. Да ё-моё, чё я? Кнопку не нажимаю. Так, и вот этого сейчас поджарю. Иди сюда. Да где кнопка-то? А, всё, отдыхай. Так, вот эти сейчас вертолётчик. Вот, есть один, второй. Так, второго не успел. Второго, ребята, да, я не успел. Сейчас он будет возвращаться. А, огонька не хочешь на его? Так, вы меня, вы мне надоели, ребята. Ой-ой-ой-ой, надоели вы мне. На, получай. Фух. Неужели, смотри, едет опять второй армада. Так, если я его подцеплю нормально вот здесь вот, то, может, я уничтожу его. А, нет, он стрелять начинает, гад. Ах ты, гадина. Ну ладно. Ай, все равно неплохо было мы с Фениксом. Поиграли очень даже, ребяточки, неплохо. Мне понравился этот танк. Да, я считал, что это самый такой непутевый танк, а оказался он далеко не непутевый. Очень даже классный. Может быть, мне с маленьким поиграть, а, слушай? Коброй? Ну что ж, дорогие друзья, поиграем с Коброй в следующий раз. Ну а сегодня будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте привет. Всем пока-пока.